В областном центре прошел областной хакатон IT-проектов и решения «Хакмастерс». Организатор – областное управление цифровых технологий Международный технопарк «Астанахаб» и университет имени Коркайтата. Вот такой дом в скором времени может появиться в нашем городе. Пока это просто идея, стартап ученика IT-школы номер 278 Максата Жумабека. Отличительная особенность этого дома – в нем не будет лестницы, только лифт. Электричество дом вырабатывает сам с помощью солнечных панелей. Автокад 3D-модель, программа Сархлжаса. Я свой проект создавал при помощи программы AutoCAD 3D-моделирования. Я посчитал, что нашему городу не хватает креативных жилых комплексов. Особенность моего дома – у каждой квартиры будут просторные террасы. Дом трехэтажный. На крыше бизнес-центр под аренду с большим конференц-залом. Мне нравится создавать проекты домов и зданий. На заказ сделал 2D-макет нового рынка. Хочу стать архитектором-дизайнером. Учитель информатики Казалинской школы-лицея номер 249 создал сайт, где собраны все данные о детских садах и школах района и о количестве свободных мест. Сайт создан в помощь родителям, потому как в основном своем родители не знают, куда дать своего ребенка. А тут одним кликом получил всю информацию. Такого сайта пока нет ни в районе, ни в области. Хотелось бы, чтобы проект был профинансирован, чтобы купить домен kazlardabala.kz. На хакатоне было представлено свыше 70 работ, сайты, мобильные приложения, бот, игры, роботы, BIM-технологии, анимационные и кинематографические проекты. Данный хакатон вызвал очень большой интерес среди нашей молодежи. Участвуют участники со всех регионов Кызылорды. Вот есть участники из Казалинского района, Жалагашского района. Проекты очень интересные, очень необходимые для нашего региона. И многие сегодня презентуют проекты в рамках цифрового образования. Это очень перспективное направление для ребят, потому что, как мы видим, последние годы был локдаун, был карантин. Офлайн образование, как раньше, сейчас не совсем актуально. Все привыкли к онлайну, и в онлайне сейчас создается все больше и больше продуктов, все больше и больше платформ. Это сейчас в тренде. Призовой фонд хакатона солидный. Денежная премия в размере 150 тысяч тенге за лучшие проекты, а также поощрительные призы «Смарт-продукция» от Астанахаб. Галымжан Жумназар, Талгат Альменов, Турихан Кожахметов, телеканал «Кызылорда».